Донбассе ополченцы могут замкнуть кольцо вокруг группировки украинских силовиков в районе Дебальцево. В Минобороны ДНР сообщили, что взяты господствующие высоты над поселком, пути отхода блокированы. В окружении могут оказаться около 10 тысяч силовиков. Украинские военные, как сообщают ополченцы, вновь стреляют из реактивных систем залпового огня по городам и поселкам. За сутки погибли 11 мирных жителей. За ситуацией в регионе следит наш корреспондент Евгений Поддубный. Так называемый Дебальцевский полукотел уже в ближайшее время может стать котлом. Сводная группировка вооруженных сил Украины, добровольческих батальонов в районе населенного пункта Дебальцево под угрозой полного окружения. Уже сейчас артиллерийским огнем подразделения украинских силовиков отрезаны от полноценного снабжения боеприпасами, продовольствием и пополнением. Совместная операция сил Донецкой и Луганской народных республик продолжается. Ополченцы двигаются навстречу друг другу, чтобы завершить полное окружение почти 8-тысячной украинской группировки. Судя по всему, у вооруженных сил Украины не хватает резервов для того, чтобы предотвратить окружение. Напряженная ситуация сейчас на всех участках противостояния, и переброска дополнительных подразделений к Дебальцеву ослабит другие направления. По сути, здесь сейчас повторяется сценарий летней кампании, когда в результате контрнаступления сил ополчения ДНР группировки украинских военных под Иловайском, Амбросийской и другими городами оказались в полном окружении. Военные были разбиты, потеряли бронетехнику и тяжелое вооружение. Более тысячи солдат и офицеров попали в плен. Украинские военные используют плацдарм у Дебальцева для того, чтобы вести огонь по горловке Попасной, Никишина. Отсюда украинские силовики создавали угрозу для сил ополчения, которые дислоцированы в районе Горловки. Евгений Поддубный, Рубен Миробов, Станислав Еловский. Вести.